Всем привет! Дочь Леонида Якубовича, Варвара, человек абсолютно не светский. Ее особо не интересуют брендовые вещи. Она не гонится за модой и не выкладывает селфи на фоне кадиллаков. Девушка с 20 лет живет отдельно от родителей, обеспечивает себя сама, работает в крупном информагентстве и учится в магистратуре МГИМО по специализации международная журналистика. Среди ее увлечений – музыка. На виртуальных концертных площадках ее можно найти под псевдонимом Барбара Видо. Сейчас Варвара готовит к выпуску свой первый полноценный альбом. При этом у нее прекрасные отношения с родителями, в частности со звездным отцом. Варя никогда не рвалась в круг детей-селебрити, и по ее словам, у нее даже нет оттуда друзей. Однако девушка призналась, что отношения в звездной семье порой бывают очень натянутыми. Варвара Якубович любит пофилософствовать на своей странице в Инстаграм. На этот раз рыжеволосая девушка выложила пост, в котором рассказала о непростых взаимоотношениях родителей. Сначала Варвара размышляла, почему родные люди могут испытывать неприязнь по отношению друг к другу, а затем привела в пример своих родителей. Наследница ведущего шоу «Поле чудес» призналась, что между Леонидом Якубовичем и его супругой часто возникали ссоры, которые привели к печальным последствиям. Это вылилось во взаимное недоверие и боязнь пойти на контакт. Кто знает, что ждет с той стороны. Поделилась Варвара. Однако поспешила успокоить своих подписчиков. Сейчас у супругов все хорошо. Им удалось найти общий язык и сделать шаг навстречу друг другу. Наследница Якубовича трогательно призналась своим родителям в любви и поблагодарила их за доверие и поддержку. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!